Александр, здравствуйте. Расскажите. Приехали на погрузку. Вот загружаться сейчас будем. В Киев забираем. Так, здесь генераторы, печки, баллоны есть, я вижу. Ну, все, что собирали, все, что люди собирали, все отправляем. Все, что покупалось. Часть этого, вернее, если быть более точным. Это печки вот большие. Ну, как-то так. Ну, что, ладно. Так, сейчас мы начнем погрузку. Помощница. Что, будет, да? Да. Скажите, сколько? Это вся эта гора, да? Да, но мы сейчас будем по одной фоткать. Что здесь? Да, фоткать, а потом грузить. Снимаешь, частично. Три штуки таких. Три штуки 2,5-киловаттных генератора загрузили. Итого мы загрузили уже 5 генераторов. Продолжаем. Продолжаем описывать. Германия. Давай, наверное. ПМГ. 2800. Так, ну ладно. Что тут делать? Скажите, пожалуйста. Переписываем генераторы со склада и грузим их в машину. Угу. Хорошо. А вы, Иван? Я так стою рядом, просто смотрю. А вот это что? Это спальники. Спальники? Это детские, что ли? Обычные? Надо посмотреть, что у нас здесь вот в этих коробках. Так, это печка. Печка? Да. Получается, смотри, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 печек. Ну, мы не знаем, что еще вот в этой коробке. Старлинки последними мы загрузим. Подожди, или санитайзер последний? Ну, лучше, наверное... Да, наверное, лучше старлинки сначала, потом санитайзер. Старлинки? Да. Их 12 штук. Они тяжелые, Александр. Да? Тяжелые? Все или еще? Мы вырежем.